We're here with Ruslan Pravodnikov a few minutes after his fifth round stoppage over Jose Luis Castillo. Quick synopsis of the fight. Расскажи, пятый раунд, ты закончил бой с Кастильо. Можешь кратко описать бой? Ну, знаете, с первого раунда я понял, что Кастильо приехал не проигрывать, приехал дать бой, что он готов. То есть, если бы я неответственно бы подошел к подготовке, а я ее прошел так же, как отнесся очень ответственно. То есть, у меня была только одна мысль снова вернуться, и вернуться очень ярко и хорошо. Я хочу снова стать чемпионом мира. То есть, то сегодня бы, наверное, бы затянулся бы этот бой, и еще неизвестно бы, кто бы выиграл бы. Потому что Кастильо приехал. Ну, я почувствовал с первого раунда, что он готов. From the first round, I felt that Castillo came here to win this fight. I felt that he was ready, and he wasn't just trying to get a payday. You know, he took this fight very seriously, and I realized that how important it is that I took this fight seriously and that I prepared for it like I did for any other fight. Because if I took it easy on this training, you never know what could have happened tonight. It seemed like it took you a couple rounds to figure him out, and then the fifth round. Talk about the fifth round and the ending of the fight. Выглядело так, что несколько раундов тебя заняло, чтобы его понять, и расскажи, что случилось в пятом раунде. Ну, я еще раз говорю, то есть видно было, что он очень хорошо готов, то есть функциональный, как бы, ну да, как бы он, видно было, что все-таки уже не та скорость, но, поверьте, удар у него есть, он, то есть он, ну, очень, все-таки видно, что у него опыт, он мне не давал все-таки прицеливаться, где-то в первом раунде я хорошо его поймал, но потом видно, что он не пробитый, держит хорошо удар, как бы, когда так, знаете, как бы видно, что было, что он подготовился к моим этим левым крюкам, то есть он постоянно оттягивался, нагибался, чтобы я не попал. То есть, ну, вот понадобилось несколько раундов, чтобы все-таки так хорошо пристроиться. И вот все-таки в итоге вот прошла вот эти вот комбинации, которые мы с Марвином все эти два месяца нарабатывали, прям вот эти вот домашние заготовочки, очень хорошие, вот левый боковой, все-таки сдвоенный, как раз таки вот сериями, потому что одиночный он видел и ловил, видно было, что очень хорошо. И вот в итоге вот в пятом раунде я все-таки сумел попасть, и то после того, как я начал бить по корпусу. I saw that he prepared for this fight, he prepared for me, he was doing a lot of neutralization to my hooks, from my hooks. You know, he was pulling away, making sure that I don't hit him with my left hook. He knows that I have a left hook, and he took this fight like he wanted to win. He made sure that he trained well, and I could see that. You know, it did take me a couple of rounds to get adjusted, and I can tell you for sure he's not done with, you know, because I caught him with some good punches in the first round, and he adjusted, and then he was able to get away from the punches later. And you know, I didn't hurt him in the first rounds, even though I caught him with good punches. It took me a couple of rounds to actually catch onto him and start landing, you know, to actually hook onto him and land the big shots. This win came at home in Russia. Talk about that. Победа произошла дома в России. Скажи пару слов об этом. Ну, знаете, я рад, что все-таки я вернулся сюда спустя 3 года, провел здесь бой, и я увидел, насколько у нас здесь профессиональный бокс в профессиональном уровне вырос. Ими вы видели, какое это шоу было. То есть не хуже, чем в Европу, наверное, мы уже перепрыгнули. Ну и скоро уже, наверное, догоним Америку. Как бы мне приятно было, то есть, видеть вот этот профессионализм. Все очень четко, все очень грамотно, все прямо, знаете, вот именно вот эти вот в этих мелочах и есть профессионализм. То есть я вот прям здорово. То есть то, что не хватало раньше. Вот это вот каких-то мелочей, все прямо отработано вот и до. Здорово. I'm very glad to be back in Russia. I was glad to fight here. I realized today that Russia is beginning to learn how to promote boxing, how to do the right types of shows. You know, there's not a lot needed to make it the right way, just little things, but they were able to correct some of these little things in the show to make it a very good show. You know, I think we're already doing better than Europe and maybe catching on to the United States and in the level of the show that we saw tonight. Speaking of the United States, this show is off TV. Looks like back for something big in the first quarter of 2015. There are a lot of names out there, and you know, for you to choose from: Maidana, Matisse, Danny Garcia, Broner, Guerrero. A lot of big names. Is that the kind of fish you're looking to fry sometime in March or thereabouts? Говоря о Америке, там очень много больших имен, обсуждается твое возвращение в Америке в первой четверть следующего года. Этот бой не видели в Америке, и там все ждут следующего твоего боя.
кто бы ты, с кем бы ты хотел встретиться? Он назвал имена людей, боксеров. Кто тебя больше всего интересует? Вы как раз назвали всех те имена, с которыми я бы с удовольствием хоть сейчас бы подписал контракт с любым из ним. Я готов. То есть я иду вот туда, я снова хочу вернуться на HBO, я снова хочу стать чемпионом мира. С ним, с любым, хоть сейчас. Давайте контракт. You listed exactly the boxers that I want to fight. You listed every one of them, and every one of them I want to fight. You know, those are the types of fights, the big stars that, you know, I need to be in the ring with. You know, hopefully next year I'm fighting again on HBO with a big star, and that's what I'm looking for, and that's what I want to get to, and that's my goal. There's obviously some of those guys have championships, others don't. Would you prefer a guy with a championship or just one of those big names? У некоторых из них есть чемпионский титул, у некоторых нет. Ты бы хотел кого-то с чемпионским титулом, или это не так важно? Для меня сейчас, в данный момент, вот принципиально, мне лично он не нужен, но я хочу принципиально его снова завоевать для некоторых людей, чтобы вы видите, что как меня любят здесь в России. Полный зал. У меня нет титула, но люди приехали, им не важно. Меня здесь назвали самым большим званием. Вот люди, народный чемпион, это дороже всего вот этих вот ремней и денег. Титул мне нужен принципиально только вот для некоторых людей, чтобы посвятить им. Больше мне не нужен. Мне он не нужен. For me personally, the titles don't mean anything. I don't need the title. But there was a lot of different negative people talking negatively about the fact that I lost my title and that I don't deserve to be a champion. I'm never going to be a champion. That's who I'm going to win this title for those people. I want to make sure to disappoint them. Because for me, I already achieved that. I was already a world champion. For me, that doesn't mean it doesn't mean a lot, you know. But I want to get that world title, and I will, to prove those guys that are, you know, not believing in me and are negative about my career. And you saw how many people, you know, I already have what I need. You saw how many people were here today. The arena was sold out, and people came from all over Russia, from all over the world to come watch this fight. You know, I have what I need. I have the biggest title in the world. The people's champion, and for me, that's the most important. Once a champion, always a world champion. Anything you want to say in closing? Когда становишься чемпионом, ты всегда остаешься чемпионом. Что ты можешь сказать, чтобы закрыть? Я рад подарить просто вот этот бой, вот это зрелище, которое нравится моим зрителям, моим фанатам. То есть я дерусь от души, я дерусь не за деньги, не за пояса, я дерусь просто от всего сердца, чтобы делать приятное, чтобы вдохновлять людей. Вот она моя идея, за которую я дерусь. I don't fight for titles or for money or any of that. You know, I fight to make sure that my fans are happy and satisfied. I fight for the show. I fight for the achievement of making sure that everybody's happy to see my fight. And hopefully people enjoy that. And I'll be back soon. Well, Ruslan and Vadim, thank you for having us in Russia. Hope you guys have a great Christmas and a very happy New Year, a healthy New Year, and we'll see you in the first quarter of March, April, sometime in a big fight on Back in America. Да, ну и хотелось бы еще добавить, конечно, огромное спасибо все-таки моему промоутеру Бану Промоуш, Артипилу, который все-таки делает для меня большие бои и верит в меня, и все-таки благодаря ему я получил эти шансы. Я уверен, что я получу в следующем году тот бой, о котором я мечтаю. То есть будем работать, будем сотрудничать. Я рад, что у нас все получается, и я еще получу этот бой. I want to take this opportunity to say also thank you to my American promoter, Artie Pilullo, Banner Promotions, the entire team, because of him, I am where I am, and because of him, this fight happened, and other fights have been happening, and I believe that next year he will get me the fights that I'm looking for, and we will go on together as we have been. Thank you. We'll see you next year.